Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня презентую новинку из второго каталога Oriflame. Это тени для макияжа, бровей и глаз, уникальный продукт, который мы сегодня с вами будем вместе пробовать. Но сначала внимательно рассмотрим, что же внутри этой коробочки. Набор для макияжа бровей и глаз приходит в коробочке изумрудно-синего цвета. Сама упаковка черная, зеркала нет, к сожалению, я люблю, когда зеркало присутствует сразу. Зато какая кисть, маленькая, удобная, смотрите, какая она тоненькая и острая. Идеально будет накрасить стрелки такой кистью, обязательно попробуйте, так как этот набор можно использовать для макияжа теней. Итак, по самому составу набора три оттенка, и эти тени, они нежной текстуры, невесомые, гладкое нанесение дают, и что очень важно, есть фиксация, чтобы были стойкие и защищенные от влаги наши брови и веки с макияжем. Итак, давайте попробуем, потому что самое главное — это, конечно, как в деле тени. Я посмотрю три оттенка сначала пальчиками, возьмем самый светлый, очень красивые оттенки, они натуральные, средний и первый такой кофейный. Эти оттенки можно будет комбинировать друг с другом и подбирать такой оттенок, который будет наиболее естественно и привлекательно смотреться на бровях и веках. Ну что, попробуем? Ну что, попробуем? Мне, конечно, не терпится испытать эту новую кисть и все три оттенка. Я попробую, кстати, немножечко и на глаза сделать макияж, и, конечно же, самое главное — это брови, потому что брови — это настолько актуально, потому что сами видите, у меня сейчас сделан макияж, все хорошо, кожа выровнена, глазки накрашены, губки подведены, но бровей не хватает, то есть хочется дать им объема и цвета. Итак, пробуем. Начну с первого оттенка. Мне очень понравился такой кофейный цвет, но я думаю, что он будет очень хорошо смотреться именно в макияже глаз. Вау, идеально подходит, потому что натуральный оттенок, легкое нанесение. Я, пожалуй, возьму зеркало поближе к себе, чтобы самой лучше видеть, что у меня происходит здесь. Как классно, кисточка, конечно, бесподобная. А чем еще хорошо, если куда-то едем в дорогу, то можно с собой не брать набор теней дополнительных, взять один какой-то светлый оттенок и, используя этот набор, накрасить и брови, и глазки. Так, но мне все равно нужна дополнительная щеточка. Легкое, классное нанесение, что мне нравится, сразу видно цвет. Я, кстати, очень люблю помаду для бровей, в последнее время только ей и пользуюсь, но для меня она светловатая, то есть не надо будет не с первого раза, как сейчас у меня прям раз и виден цвет, а мне приходится несколько раз добавлять цвета на кисточку и переносить на брови. Попробуем бровь немножко увеличить, здесь вам хорошо видно. По-моему, все хорошо. А сейчас я возьму кисточку и расчешу начало, потому что чуть-чуть в начале я сделала много цвета. Вот, смотрите. Кстати, было бы классно, если бы в наборе лежала и вот такая щеточка дополнительная, которая бы позволила вот так вот быстро расчесать бровь. Замечательно. А сейчас попробуем с вами нарисовать, немножечко добавить теней. Я возьму такую острую кисть для корректора и попробуем с вами второй оттенок. Кстати, хорошо, что они не пылят. Я возьму второй оттеночек, вот такой вот поярче, и немножечко поработаю с макияжем глаз. Добавлю вот сюда стрелочку. Не надо было краситься, надо было полностью сделать макияж этими тенями. Угу. И подведу немножечко внизу.
чтобы глаз был более выразительный. Разница какая, класс! Что скажете? У вас должно быть очень хорошо видно на экране, как преобразилась бровь, как сразу меняется лицо. Вот брови — это как рама для картины. Нарисуешь картину — красота, а когда ставишь рамочку, то просто глаз не оторвать. И даже самая простая работа в рамке оформленной выглядит намного лучше. Ну что, вот такие у нас результаты. Жду ваших комментариев. Понравилось вам? Видно эффект? Будете ли вы себе заказывать такой набор? Мне очень интересно, но я буду его тестировать дальше. Попробую все оттенки, буду каждый день менять цвет бровей и наслаждаться новым продуктом. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока!